Всем привет, это Аудиомания и я Максим Наумов. А рядом со мной находится акустика Old School Wind. Это модель класса high-end, которая примечательна уникальным набором излучателей и технологией, позволяющей адаптировать звучание под условия прослушивания. Начну с простого, но весьма примечательного факта. Даже с учетом солидных габаритов, Old School Wind — это очень тяжелые колонки. Настолько тяжелые, что для надежного крепления шипов они получили усиленное основание. Для гашения вибраций корпуса применяются распорки и перегородки, а также оклеивание внутренней поверхности битумными листами. В качестве звукопоглотителя используется специальный акустический поролон. Все это в сочетании с большим весом существенно увеличивает акустическую инертность корпуса, избавляя его от призвуков и резонансов. И к тому же они получились исключительно устойчивыми. Все излучатели, установленные в акустике Old School Wind, изготовлены на заказ, специально для этой модели. Верхние частоты воспроизводит Twitter Morel, выполненный с применением технологии AccuFlex. Специальный компаунд, которым пропитан тканевый купол, компенсирует его деформацию в процессе работы и обеспечивает максимально чистое звучание. Twitter окружают два среднечастотника SIS с диффузорами из плетеного полипропилена. В отличие от традиционных полипропиленовых диффузоров, плетеная структура обладает лучшим сочетанием жесткости и массы. В центре каждого излучателя установлена фаза выравнивающая пуля. Нижние частоты также воспроизводит пара динамиков. Это басовики WaveCore с целлюлозными диффузорами. Но самое интересное мы можем наблюдать на задней стенке. Здесь находится два огромных фазоинвертора и еще один твиттер, радикально отличающийся от того, что мы видели на фасаде. Это 25-мм динамик, изготовленный компанией SIS и обладающий широкой диаграммой направленности. Он излучает, начиная с отметки 7 кГц и подключен с помощью фильтра первого порядка, дающего наиболее плавный спад отдачи с понижением частоты. Наличие трехпозиционного переключателя позволяет включать дополнительный твиттер в фазе или противофазе относительно остальных динамиков, а промежуточное положение его выключает. Таким образом, в одном помещении можно получить три варианта построения стереокартины. Качество изготовления и комплектующих — это те составляющие, которым разработчики Old School всегда уделяли много внимания, и модель Wind не исключение. Отделка шпоном безупречна, швы незаметны, а рисунок подобран максимально точно. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, и даже гриль встает на место исключительно ровно. Снаружи мы можем наблюдать удобные и качественные клеммы WBT с позолоченными контактами, а внутри скрывается кроссовер, собранный на топовых компонентах. Катушках Jensen, конденсаторах Mundorf и AudioCore. Для минимизации потерь сигнала внутренняя проводка выполнена кабелем AudioCore Prime Edition с сечением 2,5 квадратных миллиметра. Направленность звучания и звуковая сцена в целом — это те характеристики, над которыми разработчики потрудились особенно тщательно. Схема деополита, примененная для средней высокочастотной секции, дает широкое распространение звука по горизонтали с более узкой направленностью по вертикали, избавляя тем самым от лишних переотражений, приходящих от пола и потолка. Задача тылового твиттера — уменьшить или увеличить количество отраженных верхних частот, тем самым компенсируя акустические свойства помещения. Не лишним будет вспомнить и тот факт, что любую акустику с фазоинвертором можно корректировать по отдаче низких частот, закрыв один или оба порта. Таким образом, в Old School Wind можно корректировать все характеристики, отвечающие за согласование с акустикой помещения. Название модели Wind переводится с английского как «ветер», и это очень хорошо передает саму суть звучания. Они сочетают легкость и мощь, могут звучать очень воздушно, но при этом способны создать в комнате настоящий ураган звука. В большом шоуруме, имеющем хорошую акустическую подготовку, дополнительные твиттеры не являются необходимостью, но именно в этих условиях можно очень хорошо услышать создаваемый ими эффект. При включении твиттеров в противофазе существенно расширилась стереопанорама, и звуки буквально окружали место прослушивания. Такой режим существенно оживит звучание в переглушенном помещении. В синфазном режиме происходил обратный эффект. Сцена получалась собранной и компактной, а количество верхних частот в целом было чуть меньше, чем обычно. В
помещении с большим количеством переотражений этот режим помог бы нормализовать звуковую картину. Отдельно стоит отметить работу средневысокочастотной секции. Она формирует широкую звуковую картину, но с небольшой направленностью по вертикали. Поэтому при прослушивании нужно располагаться так, чтобы уши находились на уровне твиттера. Высокий рост колонок этому вполне способствует. Подведем итог. Old School Wind — это нечто большее, чем просто high-end акустика с узнаваемым дизайном и фирменным звуковым подчерком. Благодаря расширенным возможностям настройки она легко адаптируется к различным акустическим условиям. И с таким подходом гораздо проще добиться от системы желаемого звучания. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока. Акустика Old School эксклюзивно представлена в салонах и шоурумах Аудиомании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.